я круче своей дочери. Конечно, я круче, чем моя дочь. Какая разница, сколько нам лет? В душе нам всегда 17. Шоу «Горячие мамочки» находят удивительные парочки. Глубоко декольте у меня однозначно идет. Ты меня бесишь. Ты посмотри, как ты одеваешься. Посмотри, джинсы, варежки. Мама, которой надо повзрослеть. Меня закалили 90-го, я не убиваю. Или дочь, которая больше похожа на бабушку. Жюри принимает решение, кто должен измениться. Мама, дочка или они обе. И наши стилисты все расставляют по местам. Объем-то мы сохраним. А волосы? А волосы есть. Как получится. Валя! О, боже мой! Господи. О, май гад! Ничто не изменчиво в мире так, как мода. И ничто не загадочно так, как красота. Но мода на красоту тоже меняется. Стандартные 90-60-90 или пышные формы времен Рубенса. Что есть идеал 21 века? Попробуем разобраться прямо сейчас. В эфире «Горячие мамочки». Поехали! Совсем скоро вы увидите. Мама ходит в мужской одежде и тусуется с друзьями дочери. Пройдешься по бутикам, по магазинчикам, померяешь, то короткое, то не подходит по объему, купишь очередную водолазку и расстроенный уходишь. А дочка бьется за красоту огнем и мечом. Я круче, чем моя мама, потому что я дерусь на мечах и бью людей. А прямо сейчас мы увидим удивительную маму, которая носит майки с кошками и таскает бижутерию у дочери. Ой, боже, что это? Такая маечка подошла бы ее дочке как минимум. А дочь в ужасе от того, что мама запрещает называть ее мамой. А вот это? Это очень взрослая вещь. Я еще молодая. Вот как, я не понимаю, как можно ходить вот в этом, вот эти бантиках, вот с футболкой Hello Kitty в ее-то возрасте. Я люблю все яркое. Я же должна быть в тонусе. Я в молодежном коллективе. Меня окружает молодежь. Меня любит молодежь. Я хочу быть яркой, и я буду яркой. Бывает, что я на работе выхожу с девчонками, они мне подбирают. И они несут мне яркие надежды. Я одеваю, и все говорят: вау, тебе так хорошо. Вот эти вот аксессуары у нее очень яркие. И иногда она запрещает мне называть ее мамой. Что меня, собственно говоря, как дочь очень сильно раздражает. Я сам по себе позитивный человек. Я очень много смеюсь, улыбаюсь, шучу. Никотина не хватает, алкоголя тоже. Молотка. Запись идет? Замечательно. Посмотри на себя, оделась. Что? Мешок из-под сахара. Я... темная, не яркая, вообще черная, все время черная. Мам, мне всего 25 лет. Я в любом наряде буду выглядеть хорошо, и карьера от меня никуда не убежит. Мне нравится мой стиль, я хожу так, как мне комфортно. Ну, не знаю, я не люблю этот боевой раскрас, чтобы на меня оборачивались, ходили так люди. Да, о боже, что это? Я круче, чем моя дочь, и я буду крутой. Здрасте. Электрика вызывали? Мы, конечно, электрики, но он напряжение снять можем. Но ты вот на ее фоне, ну, смотришься так незаметненько. Мне такой цвет идет больше, чем оранжевый, фиолетовый, красный. Ну, не знаю, может быть, если насмотреться на маму, на всю эту яркость, и мне как-то, может быть, и не хочется так. Дочь как-то недовольна. Ну да. Вот мы с ней, поэтому и ссоримся. Ну что, она хочет вас как-то переодеть во что-то более сдержанное, что-то более однотонное, наверное. Хочет, мы с ней об этом говорим все время, она хочет, она видит. Ну, я-то нет, я не хочу, и мне это нравится, потому что она пришла, сказала: я не хочу, чтобы ты так одевалась, а я прихожу, я же больше слышу, что я нравлюсь и вижу. Одна из вас отправится к стилистам. Ну, давайте.
круче, чем моя мама, потому что я дерусь на мечах и бью людей. Сегодня в качестве компетентного жюри вы пригласили людей, для которых шоу-бизнес не просто звук, а непосредственно их работа. В шоу-бизнесе они работают в сфере звука. Я бы сказала, в сфере саунд-продакшена. Здрасте. Будете сейчас прислушиваться к каждому моему слову, да, и работать с ним. В общем, смотрите, есть две девушки, мама и дочка. У них что-то не так. Я думаю, вы сразу все поймете невооруженным глазом. Я думаю, надо одежду подбирать все-таки под возраст. Такая маечка подошла бы ее дочке как минимум. Это ее молодит, это освежает ее стиль. На самом деле матуха, что надо вообще. Прям такая прикольная, молодая вообще. Это, по-моему, перебор. А я бы дочке сменил прическу на самом деле и макияжа поменьше, что это как-то стрёмно смотрится на самом деле. Ну что ж, я вижу, вы так и не смогли принять единого решения. Может быть, после небольшого совещания вам удастся родить что-нибудь типа истины, да? Добрый день! Здравствуйте! Добрый день! Как настроение? Шикарно! Отлично! Готовы к переменам? Потому что для одной из вас они неизбежны. Я готова к маминым переменам. Я готова к переменам дочери. Мнение жюри таково. На самом деле вы обе понравились, очень милые, очаровательные. Марина, про вас говорили, что вы женщина добрая, с хорошим, милым лицом. Но как-то негоже взрослой женщине ходить с инфантильными кошечками на груди. Видишь? А мне нравится. Ян, ну у вас тоже не все в порядке. Вы показали слишком строгой. Жюри. Это правда. Ну, не знаю. Мне кажется, нет. Одна из вас отправится к стилистам. И кто же это сегодня у нас будет? Ну, давайте. Яна. Ну, конечно же, вы правы. К стилистам отправляется ваша мама. Кошмар! Я очень боюсь уже! До встречи! До встречи! Марин, футболочку у доченьки одолжили? Нет. Как? Сами пошли, себе купили. Да. Ей не даете. Нет. А в доктора не играете? Нет. Нет? Может, переодеться уже? Все-таки вы, мне кажется, вышли немножко из этого. Ну что вы! А хвостик носите так, как будто у доктора играете? Ну, как бы да, под это. Все у меня. Я считаю, что мне так все подходит, мне нравится. Мне кажется, нужно повзрослеть в макияже, потому что вот эта розовая помада. Как девочки? Ресницы, да. Пожалуйста, сделайте все. Меня яркой, оставьте да. Меня. Мы а яркой? Яркой, яркой меня, только яркой, пожалуйста. Сделаем яркой, но по-другому. Я решила, значит, сходить на танцы, 16 лет. И первый раз в жизни накрутиться на бигуди. Сделала я, знаете, так часто-часто накрутилась. Такой пышный волос у меня был на плечи. Угу. Так, слушай, я легла под пылесос. Короче, так, начала раскручиваться. Расчесаться я не могу. У меня почти слезы на глаза. Сказала, вспомнила, и все, не могу. Прям теперь меня волнует. Не переживай. Хорошо, адреналинчик немножко. Постукать в трость. Обещайте мне, пожалуйста, что вы не будете у детей отнимать вещи. Не буду. У вас теперь должен быть свой гардероб, который вам соответствует и подходит. Марина, что скажете? Не терпится на себя посмотреть, правда? Не терпится. Давайте быстрее, пожалуйста. Очень хочется. Да? Да. Ну, давайте. Да можно уже, Марин, смотрите. Это я. Вы знаете, ведь яркие краски остались на мне. Но я стала какая-то более элегантная, даже сексуальная. Несомненно. Скажите. Конечно. Подчеркнули цвет ваших глаз. Он такой ярко-голубой. Вообще. Да? А прическа какая? Мне нравится. Очень женственная. И цвет. Цвет мой. Светлый, представляете? Я в восторге. Молодцы. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы меня изменили в лучшую сторону. Я нравлюсь себе.
пройдешься по бутикам, по магазинчикам, померяешь, то короткое, то не подходит по объему, купишь очередную водолазку, и расстроенный уходишь. Яна, терпится маму увидеть, правда? Я вся в нетерпении, у меня аж прям мурашки по коже. Вся в нетерпении. Ну давай же посмотрим на нее. Марина, заходите. Ого, это моя мама? Мамочка, боже мой, какая ты красивая. Как я тебе? Ужас. Как мое? Повернись. Я хочу, о боже мой, это тебе все. Все, ради тебя я. Ты мама, хотела, чтобы я стала другой. Хотела, ты хотела, чтобы я стала такой? Да. Но ты заметила, что я осталась яркой? Ну, это другая яркость. Другая. Это более элегантная, да. Более женственная. Ты видишь? Я сама себе нравлюсь, я. На самом деле. Мне очень нравится. Я вижу, тебе тоже нравится, я. Я просто в восторге. Спасибо тебе. Спасибо, что ты привела меня сюда. Спасибо, что такие перемены во мне произошли. Кардинальные. Я прям не могу налюбоваться. Была у нас на работе одна девчонка, молодая такая красивая, она в обед бегала домой детей кормить. Так вот, один раз она убегает, а которая пуха прибегает через полчаса, снимает шубу, а там колготки и нет ничего. Помимо этого только халат. Пришлось ей девчонкам из шкафа, из шарфа снаружать хоть какую-то юбку, чтобы она могла в ней ходить. А кому не слабо сунуть голову в открытую пасть крокодилу? Что-то я не вижу поднятых рук. Ну и правильно, глупости все это. Потому что сейчас вы увидите нечто не менее экстремальное и захватывающее. Не пропустите. Я круче, чем моя мама, потому что я дерусь на мечах и бью людей. Я свою жизнь без экстрима вообще не представляю. Мне нравится заниматься на мечах, драться, вот, огонь крутить, выступать с этим. Поэтому бросать я пока это не собираюсь. Ну ты там осторожно, ладно, зайц? Хорошо, мам. Я же волнуюсь. Ну ты же все знаешь, что это безопасно. Ну знаю. Мы стараемся. Не калечить себя. Ну знаю, но все равно же. Не переживай. А я с тобой хочу. Возьмешь? Это не я ее вожу с собой, она сама напрашивается. Говорит, что ей скучно одной дома, бери меня с собой, и приходится брать, чтобы не было никаких конфликтов. Друзья ее очень хорошо ко мне относятся, мы с ними дружим, они называют меня по имени. Мы живем без папы уже достаточно давно. Поэтому хочу, чтобы она нашла себе мужчину и стала ходить со мной, мешаться мне с моими друзьями, встречаться там, на Новый год. Мне кажется, что мама должна все-таки быть более женственной и подавать пример. Пройдешься по бутикам, по магазинчикам, померяешь, то короткое, то не подходит по объему, купишь очередную водолазку и расстроенный уходишь. Размер. Маша у меня немножко такой строгий, суровый человек. Бывает, что и покричим друг на друга. Ну, частое ношение брюк меня вот это все-таки настораживает. Высокая, стройная, ножки красивые. Их сейчас показывать. Ну, для моего молодого человека, видимо, не важно, как я одеваюсь. Ему нравится такая, какая я есть, и менять он меня не хочет. Я круче, чем моя дочь, потому что я могу тусоваться с ее компанией до утра. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы мирные люди, но бронепоезд на всякий случай у нас есть, если что. Нет, бронепоезд там оставляйте, да. Пожалуйста, сами проходите. Можно даже с флагами с транспарантом, без них. Хорошо, ну, вперед! Ну, вперед, пойдемте. Маш, скажи, пожалуйста, а что вот этот вот, ну... Аксессуар делает в гардеробе, в святая святых, где все должно быть женское, утонченное и так далее. А ну, чтобы не мешался, чтобы это не святая валялось. Святых. Это вот меч есть. Это оружие. Может, святое. Ой, он с кровищей, что ли? Нет, это ржавчина.
Не переживайте. Мы до такого не доходим, что с кровью. Слушай, ну мне кажется, вот ты в платье вот с этой штуковиной, ты бы смотрелась так эффектно, так выразительно. Неудобно в платье с этой штукой драться. А, ну да, на платье могут появиться лишние разрезы, да? Да. А ты этого не любишь, потому что скромна не по годам. Очень. Это слишком не по годам, слишком. Чувствую, на поле битвы на нашем скоро не останется ни одного живого человека. Предлагаю девчонок развести сейчас по комнатам и пообщаться с глазу на глаз. И давайте без оружия. Ладно? Хорошо. Наташ, ну откуда у вас столько в гардеробе мужских вещей? Да потому что из женских постепенно, мягко говоря, выросла. Вырастай, мы растем. Да, да. Или они садятся, маленькие становятся. А новые... Скорее всего. Да. Можно найти одежду на такую девушку, можно, как вы. Можно. Можно. Но тут лень ступает. Вот. Давайте с этого и начнем. Это, я не скрываю, лень тоже присутствует. Нет, удобно купить платье. Посмотри, у тебя же модельная внешность. Ты стройная, тонкая, звонкая. Ну мне некогда переодеваться. Мне хватает вот этого маскарада, который у нас в клубе. Проходит. Маскарад! Значит, да. Я сейчас сижу клоуном перед тобой, да? То есть я маскарад? Нет, ну, мне хватает переодеваний, которые мы в клубе, на выступления проходят. И дома я стараюсь не сильно так одеваться, ладно, дома, краситься. Но ты же встречаешься с молодым человеком. Молодой человек тоже из моего же, ну, из нашего, из клуба. Так. Поэтому мы притерлись друг к другу, нам нравится, как мы одеваемся. Настал момент объявить вам решение нашего жюри. И сегодня перемены ждут... Сегодня в качестве компетентного и ни от кого независимого жюри мои коллеги, ну, будущие студенты, журналисты. Здрасте! Здравствуйте! Сейчас вам нужно внимательно посмотреть на маму и на дочку, оценить и принять единственное верное решение, кто из них должен отправиться на встречу к стилистам. Мама... Дочка, как вам? Мне кажется, мама будет ужасно. Я не согласна с этим решением, потому что для своих лет мама выглядит очень хорошо. А мне кажется, что девочка будет очень даже ничего. Узкие брючки, красивые ботильоны. Серовато, но все равно для нее это, для ее фигурки, впрочем, ничего. При ее фигуре можно было одеть какое-нибудь роскошное платье и подчеркнуть ее фигуру, талию. Я бы с такой девушкой не стал встречаться. Слишком она какая-то скованная, однотонные серые цвета. Ну как, и мама очень выглядит скованной, какой-то, ну, в себе забитая. Почему бы ей бы тоже не выглядеть женственной? Да, ей бы юбка хорошо. А то, как одевается мама, этот стиль называется никак. Вижу, нет в ваших рядах согласия. Может быть, мы сейчас посовещаемся? Хорошо? Недолго. После чего мы склонимся к одному из решений. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Как настроение? Отлично. Ну что же, хочу вам сказать, что сегодня жизнь одной из вас круто изменится. Да, это здорово. Абсолютно. Хотите страшно узнать решение? Даже немножко. Очень хотим узнать решение. Решение жюри, да? В нетерпении. Наташ, глядя на вас, жюри сразу процитировало Некрасова, что в горячую избу войдет и коня на скаку остановит. Да, русская женщина же. Но вот говорили, что все-таки избы горят не всегда. И, возможно, стоит вспомнить о том, что женщина может не только работать, но еще и просто наслаждаться жизнью и быть красивой. Я согласна с жюри, конечно. Настал момент объявить вам решение нашего жюри. И сегодня перемены ждут... Маша. Я думаю, моей мамы. Ты правильно думаешь, твою маму. А я думала, дочку научат ходить. Я так хотела. Мне будет этот пример, с кого брать. Ну, я смотрю. Ну, я же дар речи потеряла. Даже страшно немножко. Подожди. Буду ждать. До встречи. До свидания. Я на вас смотрю и думаю, родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Ну, может, дочь растет. Растет, да. Какой вы ей пример подаете? Согласна, плохой. Вот, надо что-то с этим делать срочно. Отдаю себя в ваши руки. Я вот вижу очень хорошую перспективу. Чуть-чуть изменим форму и в Прованс. Будем делать макияж. Будем делать лицо. Купила краску, цвет назывался ирис. Ну и вот я этой
этим ирисом покрасилась. Когда я смыла краску, я была такого ярко-синего цвета. Натали, как вы могли? Вы прекрасны. Ну, я себя не вижу, к сожалению, еще, но представляю, что это что-то особенное. Такие ноги, сексуальная обувь. Мы потеряли вас все прошлые годы, вас не было среди нас. Ну, уговаривайте меня, уговаривайте. Ну, пожалуйста, покажите. Ладно, я шучу, давайте посмотрим на вас. Ой, ну это... Восторг, восхищение. Это не я. Я не такая. Ну что, покупаем чемодан еще таких же платьев? Да. Да. И летим? Да. В Марсель? Конечно, в Марсель, в Прованс. Большое спасибо всей команде, которая со мной работала, которая слепила из того, что было, вот такой образ элегантной женщины. Спасибо. Маш, не терпится увидеть маму? Я в нетерпении, я уже прям вся... Волнуешься? Очень волнуюсь. Наташа, заходите. Мама, какая ты красивая. Тебе нравится так? Очень нравится. Мне тоже, я прям себя не узнала. Ну, вообще. Цвет мой любимый. Да, цвет. Сохранили самый, мой любимый, да? Цвет, да. Наш любимый цвет. Я помолодела? Да. Еще больше. Еще больше. Будешь напоминать мне об этом моменте, об этом дне, чтобы я теперь брюки никогда не надевала. Хорошо, будем вместе ходить по магазинам. Спасибо, малыш. Кто из нас в детстве не писал писем Деду Морозу и не ждал чуда? И самое интересное, чудеса сбывались. А сегодня мы сотворили чудо для двух мам. По-моему, у нас получилось. Это были горячие мамочки. Смотрите нас. Пока.